Өткен жумада ырчы Дайыр Исмагяров бизге куруп берген маегинде. Мен ойлойм, Кайыргүл менин деңгээлимде адам эмес депчи. Ошондуктан ал тууралуу даже сөз айткым келбейт. Сырты жалтырак, ичи калтырак адамдардын катарын толуктайт экен. Дайырдын мындай сөзүнөн кийин төө чачым тик турду деген Кайыргүл мунун баары эмнеден башталганын мен айтып берейин деп кейин баштап калды. Көңүлүмө катуу тийди, бирок баарынан да эл эмне десе ошого ишене берет экен да, ошон үчүн айла жоктун баягы айтыш керек да, унчукпай калсаң ошол ой менен макул болгондугуңду билдирет да. Помните статью мен жөнүндө Кайыргүл сүйүүсүн тапты деген чыкты эле го? Ошол откуда чыккан да? У меня появился поклонник, обычный парень, он не певец. Он не Дайыр Исмагяров, далеко не Дайыр Исмагяров, а просто обычный парень. И каким-то краем он касается творческой деятельности. Но он не знаменитость, андай эмес да? Ангин начал, ну, как любому же человеку приятно, да, если тебе оказывают знаки внимания, если тебе дарят цветы, подарки. И для любого человека, мне кажется, это бальзам по самолюбию, осознавать свою собственную значимость. Мен деле ошондой болду да, сүйүнүп жүрдүм. Ошол как раз ки моментте позвонила мне вот супер инфо. Анын сурашты да, что у вас нового, о чем расскажете деп. А мен болсо баягы көтөрүңкү маанайымды билдирип койгонмун да. Анда сен сүйүңдү таптыңбы дегенде, эй ооба, сүйүмдү таптым деп тамашалап койгом. И пошло поехало, мен жөнүндө жазып баштады, сүйүүсүн тапты. Анан Гиндайыр предложил, ушул герой-любовник мен болоюн депчи. Сүйүүсүн тапсаң мени тапкан болгонсуң деп да. Я подписалась обратно-таки по своей глупости. Мен глупостим меня доведет до гроба скоро. И потом я читаю, да, как он не называет моего имени, да, но все координаты мои. То есть Таластан, анан Балакыял, что еще он говорил, Ирчи, шунтип. Я прочитав, поняла, да, что мне это не нравится, мне такая популярность не нужна. Нужно было иметь дальновидность, сразу понять, что, ну, что я буду выглядеть в плохом цвете. Однако я сглупила, подписалась, да ладно, давай поиграем в эту игру. Да, но мы с ним договаривали, что в конце мы скажем, что это пиар, что это неправда. Вот. И потом я позвонила Айткамын, все, прекращаем, нам такой пиар не нужен. Да. Мне это, я больше в эти игры не играю, прекращаю. Макул деген. Анан кийин уже биз алырчыбыз менен ажыраштык деп баштаган. И башка интервьюсундачы сурайт да эми улам. А менен сураганда мен айткам, бул анын пиар болчу деп, как есть. Анан кийин все, вроде бы на этом все закончилось. Он относился ко мне хорошо. Он всегда мне помогал. Вы же сами знаете, есть под покровительством продюсеров певцы и так, ну, творческие деятели, а есть кто вот самостоятельно. И мы с ним, получается, оказались в одной баррикаде. То есть без... Это нас как-то объединяло, я считала, да, что это так. Он относился ко мне очень хорошо. И жакшы бала деле ойлочум, и тут ни с того ни с сего выставляет меня вот такой, да, легкомысленной, очень мягко говоря. Я даже не знаю, что вот могла бы на это закрыть глаза, но надо общественность разубедить, и все-таки нужно высказать все, как было на самом деле. Тут уже поймут, увидят, и, я думаю, разубедятся, да? Актаны чичалама эмес, вот как было, антип айтпаса да болбойт экен. Туталанган Кайыргүл анысы аз келгенсип, кошуналарым артымдан күйрөшкөнү тажатты дейт. Я, оказывается, звезда. Вы понимаете, я, оказывается, настолько популярна, настолько, оказывается, люди хотят узнать подробности моей личной жизни. Это, наверное, просто тема очень... Человеческая сущность такова, что интересуется вот такими вещами. Мы работаем на Дурдое, все, наверное, об этом знают, да? Ал жакта байо обыкновенный калкта, ал ишене берет да, эмне десе, а ошондой экен деп. Мамам айтты да, мен иш ордуман чыга албай калдым. Это было для меня очень неприятно. Конечно, да я и сама там не могу по проходу вот так просто пройти, да? Очень неприятно. И мне приходится говорить свою версию, правду, как оно было. Эми трактовать же может каждый. Я же тоже могу вот так вот сесть,
напрячь свое воображение и придумать без фактов, без никаких аргументов, да, просто вот сказать, что он тоже гочуда галгамбала, мягко, мягко говоря. А я могу придумать еще страшные вещи. Бапетюля узду генен ачуля тюрган был бы это. А или еще не тыкен, кстати. Ошон үчүн бизде 2 күндүн бири митинг. Ар кимди буруп өрөткөн да мээлеринчи. Ну не, ну правда, синтезатор деген болуш керек да башта. Ойлонуп, билбейм, акылы барлар бул жерде көрдү ким-кимдин навирин ачып атат. Эч качан бирөөнү унижать этип, өзүң красивый, мындай божественный боло албайсың. Эч качан бирөөнү унижать этип. А ну, эл почему-то еще нет. Мен өзім деле көріп алып, озыма, Аллам, озыма түшті, как это? Я почему-то до последнего думала, что это розыгрыш. Мне, наверное, хотелось верить в это, да? Сука, берсе болот, в принципе, можно, если вот так, да? А вирге, шеккель, тртидеп, я не знаю, какой это, скорее всего, административный кодекс. Да, можно его на большую, на крупную сумму денег возместить, не моральный ущерб, правда же? Но на это требуются нервы. Көп уақыт керек, әрекет керек, правильно? Зачем? Нет, мен аны өзімен өзі бумеранка, жашо бумеранка, ал өзі қандай олсы, аға да ұшындой мамле жасышат. Мұның бәрі вернется. Пусть он тоже переживет все, что я пережил. Адам деген тұрмыштың қиыншылықтарына да тұрыштық беріші керек екен деген ырчығыз, егер мен абирим жоқ болса дайыр демес депутатты тілі қармау албаймы деп сөзін бітірді. Эмипиар Кайргүлгөй же дайырға керек бі, бұл бойынша ары бір адам өзі жиынтық чығарып алар. Ал эми біз өз кезегі бізде екі тараптың тіл таушып, ынтымаққа келшін қалайбыз.